охуеть, блядь, вот насчет руля открывать. То есть здесь дверь вообще она очень плотная, да, на самом деле? Да, я знаю, да. Вот поэтому это вообще цена стоит, во что вы понимали. Понял. Нормально стоит. А он хуверт. Ломает рынок, рынок, да. Да, это я для себя. Потому что впервые с этим столкнулся за, не знаю, за сколько. Надо другую нести. Вот эту другую. За эту. За 9 лет, короче, впервые вообще. Все бывает в первый раз. Давай, да, за это. Нет, есть, главное, есть запасной комплект ключей. Он также в автомобиле. Ну, девочка есть, хочу сказать. Блять, охуеть, вообще, я такого не видел. Да вообще, я сам. Я такого не видел. У меня есть запасной комплект, да, и... Вот этот, короче, получше. Они чем, братан, двумя отличаются, да? Да. Это другого. Ёбану. Давай. Да не, не надо, нормально. Да, руки мерз. Да не надо срусить даже. Ты просто накинуть его грамотно надо и все. А ну он завернулся. Да, 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 да. Ну давай, сука. Зацепился. Блять, сколько сможет. Зацепилось опять. Вот так вообще часто, да, люди забывают, да, ключи? Да, сейчас. Бывает ничего, бывает как узел поврут, аж офигеваешь. Ебануть. Вообще обалдеть.